Мы продолжаем разговор об умном доме, то есть об автоматизированной системе умного дома. И сегодня мы поговорим об управляющих элементах этого дома, то есть при помощи чего мы можем управлять всей начинкой нашего умного дома. То есть понятно, что достаточно много оборудования будет установлено. Ну, конечно, в зависимости от наших требований, но если по максимуму брать, достаточно много, и как-то надо не запутаться в его управлении при помощи различных сценариев, которые мы сами же пишем, создаем их, чтобы это было, во-первых, лаконично, во-вторых, это было структурировано, то есть выстроено в соответствующей последовательности, понятной чтобы не запутаться в этом, чтобы так не получилось, что начинаем выбирать пункты меню, и в результате оказываемся опять э, в головном пункте меню, ничего так и не сумев запустить, либо перенастроить. То есть все это должно быть достаточно лаконично, э, устройства должны быть понятны, и вот об этом мы сегодня с вами и поговорим, непосредственно касаясь управляющих элементов этого дома. Ну и будем касаться конкретных, конечно, устройств, не в общем говорить теоретически, что такое существует. Мы посмотрим конкретно, что есть на рынке, отдельные примеры. Они аналогичны другим изделиям, других фирм, но мы остановимся на некоторых. Из них. Итак, вот давайте посмотрим, когда говорят об управляющих системах, то зачастую останавливаются на нескольких из них, как наиболее распространенных, которых легче найти на рынке, а почему, значит, есть хорошие уже специалисты, которые работают с этими системами, уже привыкли к этим системам, знают, как их устанавливать, и эти системы себя зарекомендовали. Значит, среди ряда таких систем, вот э, общее название, крестрон, а дальше различные индексации конкретных устройств. Итак, вот ядро такой управляющей системы. Смотрите, ничего сложного, вот такие коробочки. Для вас, как допустим не специалиста именно в серверных делах, в технологиях компьютерных сетей, особенно здесь... Ничто не должно вас особенно испугать. Видите, достаточно все просто, мало разъемов. К этим разъемам подключаются соответствующие устройства, подключают их, конечно, специалисты. Итак, вот перед вами непосредственно ядро такой системы. То есть это не шкаф, это не целая комната, заполненная какими-то изделиями в стойках, соединенных между собой массой проводов. Нет, вот достаточно компактные изделия, которым хватит производительности, чтобы именно оживить всю структуру вашего умного дома. Причем хочу обратить внимание, что вот в данной системе, которую мы сейчас только что видели на экране, подключение идет то, что называется по сети Ethernet. Что это такое? Это кабельная, во-первых, кабельная сеть привычная. Нам достаточно привычная, вот кто по выделенным каналам дома работает в сети интернет. Это обычно такой в серой оплетке кабель, то, что называется витая пара пятой категории. То есть ничего особенного специального вам проводить в дом не будут. Вот такие кабели а, проложат. А, ну и соответствующей производительность. То есть вот эта система, как раз которую вы сейчас видели, рассчитана на Кабели. Если у вас устраивает кабель, выбираете некоторые системы, которые также работают по Ethernet. Если вы хотите уйти от кабелей, перейти э, на радио, это другие системы. Там несколько э, есть нюансов на радиосистему, чтобы по частотам там не накладывались частоты и домашнее оборудование, чтобы не излучало в данном частотном диапазоне. А мы сейчас вот остановились на системе, которая работает по кабельной сети, поддерживая протокол Ethernet. Именно кабельный Ethernet, потому что Ethernet есть еще и эфирный есть такая э, градация этого протокола то есть стандарта по которому работает оборудование итак немножко характеристик несколько слов о характеристике вот этой системы которую вы только что сейчас видели на экране значит как сказал уже э, с помощью сети ethernet система управления и контроля состояния любого числа устройств управления смотрите чем Освещение, приводами камер наблюдения, декодеров, коммутаторов, то есть коммутаторы объединяют несколько линий связи, коммутируют их и как принимают от конечных устройств информацию, так и передают на конечное устройство управляющую информацию, аудио-видеосигналов, дисплеев, видеопроекторов, ну, может быть, ну, а в общественных местах это, допустим, у вас действительно полноценный домашний такой кинотеатр, можно сказать, что это общественное место, где вы собираетесь с друзьями, приезжают знакомые. Вот. То есть достав... вы обратили внимание, коробочка, ну условно говорим, коробочка небольшая, управляет фактически всем домом. То есть поймите, что это достаточно компактные устройства. Также осуществляет связь с любыми системами управления и сенсорными панелями. То есть это ядро, в которое стекается вся информация. Но этим всем надо управлять. Поэтому связь осуществляется с системами управления и сенсорными панелями. То есть могут быть сенсорные панели непосредственно от этой фирмы, либо системы управления других фирм, но, но соответствующий протокол, поддерживающими IP-протокол. IP-протокол, опять мы сталкиваемся с тем, что здесь ничего нового не появилось, то есть система не усложнилась, это тот же самый IP протокол, который встречается в стеке протокола TCP-IP, который задействован в сети Интернет. То есть, опять же, достаточно количества специалистов, которые разбираются в этих протоколах, потому что сеть интернет распространена по всему миру. Вы везде можете найти этих специалистов. Ну, классификация, классах может быть разный, но тем не менее установить всегда смогут, настроить всегда смогут, адрес присвоить и понять какой адрес устройства и э, ввести этот адрес устройства в устройство управления смогут, то есть здесь бояться не стоит, это вам наладит. Э, обратите внимание, что здесь еще было у нас сказано посредством защищенного соединения по интерфейсу Ethernet 10 или 100 Мбит. Значит, защищенное соединение. Мы сегодня будем несколько раз с этим сталкиваться. И мы, в принципе, с вами уже говорили, что есть эта опасность. Если у нас. А защищенные соединения может быть разные градации этого защиты быть. Защищенное соединение, самое простое, это защищенное соединение от внешних помех. Помехи могут быть разные. Помехи могут быть грозовой разряд это специальное устройство ставится защитой от грозового заряда потому что может просто грозовой заряд а это может просто выжить микросхемы наложившись на линию связи не рекомендую вам в грозу работать, такая гроза, которая проходит непосредственно над вашим домом, если нет хорошей грозовой защиты, если и при этом работаете на компьютере, лучше отключите, можете получить незабываемое ощущение, когда молния где-то ударит рядом с домом, можете получить компьютер, может быть, и ничего с ним не случится, но ощущения будут просто незабываемые в области рук. Вот поэтому, значит, может быть защищенные, причем соединение, значит, защищенные от грозовых зарядов, от импульсных помех, от любого бытового оборудования, у вас разное может быть оборудование. У вас может быть гараж в этом же доме Ваш автомобиль стоит на первом этаже У вас там есть какое-то оборудование Достаточно мощное Оно может дать импульсную помеху при включении вот Переходный процесс, когда только включается это оборудование, импульсная помеха пошла Незащищенная А сегодня у нас будет еще один кабель незащищенный Вот там это не проходит Там надо быть очень ответственным А здесь, значит, пошла этот, импульсная помеха Но у вас защищенный кабель Та же самая броня, которая заземлена И непосредственно оплетка тоже уходит на землю, не пропускает этот сигнал, у вас нормально управляющий сигнал проходит по сети. Потому что в противном случае э -э у нас все сигналы идут просто набором нулей и единичек. Нолики и единички. То есть обычные вот наши цифры, которые мы привыкли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, раскладываются, пересчитываются в другую систему счисления, которая, понятно, компьютер, это двоичная система счисления, нолики и единички. Так вот, если идет импульсная помеха, она запросто может наложиться на кабель и поднять уровень потенциала. Окажется не нолик, а единичка. Или наоборот, она идет противофазе и как бы стирает единичку, ставит нолик. А эта единичка и нолик, это может быть открыть, закрыть, запустить, отключить. А если это накладывается в каком-то хаотическом порядке, то это вообще может э, взаимоисключающие команды подать на устройство, в лучшем случае оно отключится. В худшем она может начать работать в каком-то непредвиденном режиме. Поэтому да, обращайте внимание, Луч, конечно, защищенные соединения стоять. Причем здесь вот это имеет отношение, и к, если вы э, приверженцы э, радиоинтерфейса, смотрите, чтобы не было наложения в пределах э, соответствующих помещений, потому что на производстве это все достаточно четко контролируется, особенно когда много источников радиоизлучения, работающих на приблизительно в одном частотном диапазоне. Здесь даже в вот случае, опять же, мы вернемся к этим грызовым разрядам и внешним помехам таким, иногда происходит наложение на эти сигналы внешнего вот разряда и сбивается управляющий код такой встречается, но ну, там быстро идет перезапуск, просто сами же протоколы отслеживают, что если пришла ошибка, то перезапускается снова, передаются пакеты информации, только потеря времени идет. Здесь вы смотрите, что вам лучше, сможете проложить защищенный канал. В любом случае это будет неплохо. Если по каким-то Причинам невозможно, там связано с э, непосредственно архитектурой здания, да, тогда приходится искать, допустим, те же самые э, радиоканалы. Так, идем дальше по этим же устройствам. Управление системой может производиться с персонального компьютера или КПК. Пожалуйста, у вас есть уже компьютер, можете использовать его. Карманный персональный компьютер, пожалуйста. Планшет, пожалуйста. Э, в общем-то то, что называется топовыми моделями коммуникаторов, тоже можно в том случае, если эти коммуникаторы, как некоторые фирмы называют их мини-компьютерами даже. Вот, достаточно вам проконсультирует, конечно, фирма, которая будет проводить этот монтаж. Можно ли полноценно, кроме каких-то экстренных вызовов и экстренных вмешательство в работу системы, завести и другие пункты меню непосредственно на ваше устройство. А так вот с отдельного персонального компьютера, КПК, планшета, планшет точно пройдет, и ноутбук. Можете все завести туда и работать непосредственно с этих устройств, потому что одновременно вы работаете с какой-то информацией, ее анализируете, одновременно здесь же можете и управлять своим домом, и контролировать, кстати, просматривать показатели с различных датчиков. Программа обеспечения теперь. Есть программное обеспечение, вот, которое установлено внутри этого устройства. Значит, программа обеспечения может быть двух типов, которые загружаются в виде именно программного кода. И второй вариант, частично, либо полностью если это блок какого-то конкретного управления, и изменяться это управление не будет, то, возможно, это микросхемы уже логические со своей математикой, введенные в них уже с определенным алгоритмом. То есть здесь различные варианты могут быть. Значит, централизованно следить за состоянием, то, что я сказал, сотен разнообразных устройств, размещенных по всему зданию, управлять ими соответствующий такой, обратите внимание, почему я говорил, что если у вас есть э, коммуникатор, это еще не значит, что он справится с этим, потому что надо определенное программное обеспечение туда установить, насколько оно будет э, адаптировано к вашему коммуникатору, но к, ну, к ноутбуку, планшету и персональному компьютеру обычно, да, это все адаптировано, ну, размер, конечно, диска раз э, будет проблемой, вам надо будет куда-то ставить дополнительное программное обеспечение. Второе, на что хочу обратить внимание, что и в некоторых ситуациях это должно все работать в режиме реального времени. То есть, что такое реальное время, да? То есть в промежутке вот конкретных физических процессов, которые происходят. То есть не через час это должно все выполниться, не через два часа, не через 15 минут. Вот сейчас надо выполнить определенное действие. То есть вот реальное время. Время, допустим, там по какой-то причине, за да, град пошел, надо закрыть окно. Надо закрыть, чтобы оно закрылось там за 3 секунды. Фрамуга закрылась за 3 секунды. Либо там, ну, 3 секунды, может, мало, но 5 секунд, да? То есть команда должна дойти до управляющего уже конкретного устройства, то есть контроллер, который запустит электродвигатель, электропривод. вот. Ой, а у вас в это время открыто там 15 сайтов. Бывает так, да? Откройте окно, и начинаете. В один сайт вошли, другой, третий, все это. А еще и надо бывает и несколько. там и Explorer, и Яндекс открыт, кто-то любит другие поисковики. Еще какие-то программы открыты, да еще слишком много выложено на рабочий стол. По умолчанию программ все это съедает оперативную память а в результате когда надо будет работать с конкретными устройствами, а у вас от этой оперативной памяти через которую может быть идти обмен информацией, плюс еще и процессор загружен какими-то вычислениями и не получается, что начинает зависание э, системы происходить. А в это время вам надо очень быстро отреагировать на какую-то ситуацию. Поэтому тут тоже вы прикидываете, стоит ли выводить на рабочий компьютер э, все управление вашим э, домом умным уже домом, либо все-таки потратится и выделенное устройство, пускай будет оно даже рядом, сегодня мы тоже посмотрим такие очень компактные устройства, которые а, можно просто вмонтировать в стол, рабочий стол в вашем кабинете, либо тот стол, за которым вы работаете, пускай это не кабинет, будет гостиная, где вы работаете, Он не, эта панель не, не, совершенно не мешает, она полностью укладывается в стол, в плоскость стола ее не видно, просто нажимаете на край, она выдвигается, и вы можете быстро работать. Но это отдельный канал, никаким образом не загруженный вашим прикладным программным обеспечением. Тут надо тоже подумать, насколько у вас высокопроизводительный, потому что может быть очень высокопроизводительный компьютер с очень большой оперативной памятью, с быстрой дисковой системой, все у вас там оптимизировано, и вы постоянно контролируете там дефрагментацию диска, то есть собираете эти все файлы, чтобы они были не разрознены, и не пытаетесь замусорить рабочий стол различными открытыми нужными и ненужными программами. То есть если вы это все конкретно очень хорошо отслеживаете, то возможно и вывести просто на рабочий компьютер в противном случае, если не хотите, чтобы у вас была эта главная боль постоянной зачистки вашего рабочего компьютера, то используйте дополнительные сенсорные панели и управление ими. Так, что мы еще можем здесь сказать? Следующий вариант, вот давайте обратим, уже более сложная система, относящаяся к этой же линейке устройств. Обратите внимание, значит, по центру вот верхняя, ну, условно скажем, коробочка, да, вообще это вот как раз блок управления всем вашим домом. Отсюда специалисты, которые пришли, настроят это все. Если нужно, объяснят вам хотя бы на какие кнопки надо нажать в экстренной ситуации, если вдруг по какой-то причине вы не можете дистанционно этим управлять, как безопасно, допустим, остановить всю систему до приезда там группы быстрого реагирования. На что конкретно надо нажать, чтобы просто сама система спокойно закрылась, точно так же, как операционная система Windows, да, просит закрыть все программы, вы их закрываете, и она сама потихонечку, все, либо режим сна либо режим гибернации, значит, сброса на диск. Вот, вот что-то второе, вот сброс на диск, как-то она делает автоматически, здесь тоже надо это сделать, если система сама вас не предупредит о том, что пошла какая-то непредвиденная ошибка, и она закроется автоматически. Такое, кстати, тоже возможно. Пойдет предупреждение, через какое время система выйдет в безопасный режим и прекратит свою работу, оставив дом в нормальном состоянии, не угрожающий вашему здоровью. Такое тоже возможно, это другие немножко системы, а тут вы должны уяснить себе и попросить у тех, кто будут непосредственно все монтировать, у фирмы, чтобы они вам объяснили, еще раз провели инструктаж, а возможно и обучение, это зачастую входит в установку этого оборудования умного дома, обучение пользователя, как работать с этой системой, не только с сенсорными панелями, но и с экстренными ситуациями. Что же она может? Чем она отличается от предыдущей системы? Ну, давайте посмотрим. Ну, карт памяти, я не думаю, что это принципиально, хотя разъем различных карт памяти расширяет возможности системы, если в эти карты памяти заложена определенная логика. Дополнительная логика на какие-то события не только то, что заложено непосредственно в самой системе это управления PRO2, но и дополнительное, то, что вы можете запрограммировать, и какие-то дополнительные исходные данные укажете, что в таких-то ситуациях работать с такой-то картой памяти. То есть, как бы расширяет определенным образом возможности вашей центральной системы управления. Лицевая, парень, вот так, жидкокристаллическим экраном. Я обратил ваше внимание, что по центру есть жидкокристаллический экран. Это не знаю, что вы каждую секунду должны туда ходить и смотреть, что там происходит, но такой экран есть, он позволяет контролировать выбор тех или иных установок первоначальных либо коррекции уже э, в будущем. Но это все-таки делают специалисты. Для вас вот будет только характерная особенность, что какую кнопочку? буквально нажать в вот данную минуту, если вы увидели, что что-то происходит, и вы не можете по-другому этим управлять. То, о чем мы уже достаточно подробно сейчас поговорили. Бренд Мауэр, вот обратите внимание, встроенный Бренд Мауэр, транслятор сетевых адресов NAT и маршрутизатор. Предумывается подключение к другим сетям. Вопрос... Э как брандмауэр будет защищать вас от внешних воздействий и смотреть нужно ли ставить дополнительные вот такие же брендмауры внутри системы в принципе можно такое сделать если система позволяет если у вас есть иерархия э, помещений э, вы боитесь что у вас не сработает Мауэр на входе э, вы можете поставить еще несколько таких защитных экранов э, причем это аппаратно-программный, значит, здесь в данном случае ничего дополнительного вам никакое оборудование ставить не будут, Он уже тогда включен, этот бренд Maur. Он позволяет защитить вашу сеть от всего, что несанкционировано и пытается прорваться извне внутрь. Вопрос, опять же, возникает в том, а что происходит внутри, кто имеет доступ к непосредственно центральному вашему устройству управления к паролям, которые позволяют войти в систему и изменить настройки, потому что ведь режимы могут быть разные, вы куда-то ушли, знает кто-то пароль, смог войти в систему, допустим, зима, минус 30, дается команда системе открыть все окна и отключить отопление. Замечательно, да? Если такие режимы крайне не э, записаны в вашей системе управления, что они являются экстремальными, и оттуда не пойдет сообщение вам на сотовый телефон, что у вас что-то происходит не то с домом, то вы спокойно побудете на работе, приедете, у вас система вся, и весь дом вышел из строя. Я думаю, что за 8 часов на работе плюс в дороге энное количество времени то пока приедете, если это, конечно, не многоквартирный дом, где еще соседние квартиры подтапливают, так вот, отапливают, не подтапливают в смысле воды, а отапливают э, ваше помещение через свои стены, еще есть какая-то вероятность, а если вот кто-то хочет провести такую диверсию, мало ли, какие ситуации могут возникать, то в данном случае вот тоже обращайте внимание и храните все пароли достаточно защищенными, чтобы никто не смог добраться и завладеть управлением вашим домом. Значит, возможность, ну, Ethernet, да, 100, 10 и 100, и поддержка SSL-шифрования. Это хорошо, что есть система шифрования. В каком плане? Если кто-то начинает следить за вашим домом и пытается войти в эту систему, просто извне считав определенные коды, и потом эти коды, то ли своего оборудования, перехватив вашу систему управления, уже ввести, то система шифрования как раз и заставит его помучиться, в зависимости от длины ключа, которым шифруется эта информация, может поставить перед вашим противником невыполнимую задачу, что, допустим, расшифровка займет больше года. А за это время вы меняете ключи все, меняете управляющие команды. То есть определенный период, конечно, на все пароли и в системах управления, конечно, есть. И вы не можете оставлять эти пароли вечно. Использовали определенные, ну, пускай месяц даже, через месяц меняете эти пароли, либо система сама подскажет вам, что делать в конкретной ситуации. Для плат управления, да, это очень интересно, дополнительные платы управления. В предыдущей системе такого не было. Здесь есть еще дополнительные платы управления. То есть вот то, что мы говорим, модульность. Наращивание. Наращивание не только по периферии, но и внутри самого ядра системы управления. То есть можете заказать минимальную и в дальнейшем, во-первых, посмотреть, насколько это хорошо работает. Хотя вы уже настроились на это, но все равно смотрите, насколько это удобно. Я сейчас вложу, допустим, 30% от общей стоимости, которую я бы хотел. Вот полностью дом оснастить, вот 30% я закладываю, а потом я дополню это даже само ядро, плюс отдельные системы дома. Это очень э, интересный момент платы расширения, управления. Интернет-совместимость, полная интернет-совместимость. Э, опять же я говорю «да». Ради бога, можете работать через свой бренд-мауэр, выходить э, в сеть интернет, не надо прокладывать дополнительных сетей, хотя это сейчас и не проблема. Э -э, вам это могут в течение дня проложить эту сеть интернет в доме. Э -э, другое дело, где найдут они непосредственно коллекторы, через которые это все проложить. Э -э, не надо ли будет делать короба снаружи, то есть немножко изменять интерьер ваших э -э, помещений, э -э, в которых вы живете. Но полная интернет-совместимость в том плане, что никаких дополнительных... Если умеете работать в интернете, сумеете работать с этой системой. Вот это интернет-совместимость. И плюс никаких дополнительных там, временных задержек не будет. То есть здесь все протоколы, что задействованы в интернет, задействованы и в вашей системе. Так. Фронтальная панель, мы говорили, для диагностики и мониторинга. То есть там выходит вот все на эту переднюю панель. Поэтому, когда будут устанавливать, еще вам скажут, что периодически смотрите вот на эти, эти показатели. Может быть, даже дадут вам небольшую брошюру, где будет указано в пределах каких вот изменений по этим позициям может приходить в цифрах. Там от, от предела, от минимума до максимума. Если начинают уходить там все показатели, допустим, к максимуму, обращайтесь на фирму. Если у вас нет, опять же, вот такого подключения через сеть интернет, и фирма не контролирует сама э, хотя бы параметры этого ядра системы без права управлять ей, а только управлять при непосредственном контакте, а не дистанционно. Теперь вот смотрите, то, что я говорил выводить на ваш э, компьютер все это, либо вот такая панелька. Э, вот белые вокруг, это стол белый. Непосредственно вот то, что серое, это уже непосредственно стоит э, в вырезе, в столе. Выдвигается в обычном режиме. Почему? Зачем выдвигать? Обратите внимание, вот сюда ближе к нам, э, вы видите много достаточно кабелей. Если вам нужно, и тут же есть разъемы для кабелей, то есть вы э, можете подключать различный набор устройств. Может, не нужно вам все подключать одновременно к этой панели управления. Вы знаете, что я хочу, допустим, контролировать с этой панели управления кухню, коридор и входные дверь. Вы только их подключаете. Другие кабели совершенно с другим качеством и конструктивно сделаны другие, задействуют аудиосистему, видеосистему допустим, там освещение. А это охранная сигнализация, это, допустим, отопление, разные кабели с разным качеством, передающие разные сигналы. Вот такая панель в обычном режиме, если уже все кабели подсоединены, она просто закрыта, не выступает фактически над столом, и это сенсорная панель, ничего нажимать так, чтобы щелчок был, нет. Ну, вы просто касаетесь пальцем, соответствующий пункт меню, открывается под меню и так далее вам выбирать, что работать с ноутбуком, либо рядом в столе будет вот такая утопленная панель со своими пунктами меню, которые вы еще можете по своему желанию подписать. Для начала работы вот с такой цветной сенсорной панели, опять же, это не монохром, это цветная, вы любую там картинку фактически можете подгрузить и работать с этой цветной панелью. Под углом удобный для вот свободного доступа и работы. Достаточно просто повернуть крышку. Просто нажимаете, и она выезжает вверх. И начинаете работать. Можете и в закрытом состоянии работать. И так, и так она работает в двух позициях. Что она может? Ну, вот это встроенное купе для хранения кабеля, то, что я сказал, там еще кабель внутри. Интерфейс в готовности подключения к компьютерам, источникам АВ и другим значит, устройствам. Что еще? Ну, трехмерная графика. Действительно, да, трехмерная графика, э, то есть неплоский, ну и имитация объема, э, текст, подвижная мультипликация, то есть все это тут есть. Вроде бы маленькая коробочка, а на самом деле э, максимально реализован интерфейс с пользователем. И трехмерная, и цветная, и э, динамический текст, э, мультипликация, э, еще даже, кстати, вот звуковая обратная связь здесь есть. Вообще очень многие эти устройства имеют дуплексную связь, то есть находясь, проходя, допустим, по коридору, вы, когда работаете с той или иной панелью, одновременно вы говорите своим домочадцам, я сейчас переключу вот там-то, называете какое-то помещение, сейчас там будет включено кондиционирование, или там я сейчас включу, если была отключена система пылесосения, там с пола убирает, ну, допустим, дома есть животное, Возможно, в этом месте как раз появилась шерсть от животного. Но есть такие там кошки, могут постоянно линять, там есть породы собак, которые надо постоянно вычесывать. Но все равно в течение дня там может собраться ворс. И вот вы говорите, я там сейчас включу, значит, не пугайтесь, там пойдет звук, ну, хотя звука не должно быть. Но шипение будет все-таки, шипение ощущаться. Вы говорите, в таких-то помещениях я включаю сейчас пылесосение, смотрите, чтобы, может быть, не забились чем-то. Или вы там например, сейчас что-то делаете, смотрите, чтобы не закрыли именно приемник. Хотя там идет решеточка, внутрь-то ничего не пойдет, просто может быть, каким-то листом бумаги, ну, потянула а тут кто-то сидел рядом. А случайно, может, у него, ну, не как обычно, мы работаем. Места может не хватить, куда-то положил на пол папочку с документами. А они там не скреплены. Ну, в общем, различные могут быть ситуации. Поэтому вы прямо отсюда, с этой панели, и говорите. Что вы сейчас будете делать, чтобы все знали, что это не какая-то непредвиденная ситуация, и кто-то там не вздрогнул от какого-то дополнительного шума, хотя он не громкий, но все равно неожиданно вдруг заработало. А вы предупреждаете: я сейчас включу то-то, то-то и то-то, такие-то -то, сценарии я изменяю все уже в доме знают потому что идет, и вам еще и ответят, потому что там полный дуплекс идет. Вы говорите в микрофон и тут же, это не как вот показывают в фильмах о войне, когда там микрофоны у танкистов, да, сначала отдал команду, потом говорит прием, переключается, там тумблер ждет, когда ему ответят. Это вот, это называется полудуплекс, туда-обратно, но по очереди. А тут одновременно и туда, и сюда идет сигнал, поэтому вы можете общаться со всеми в таком режиме аудиоконференции. Значит, что еще здесь? значит оснащена десятью э, программируемыми кнопками, правда, да, количество кнопок здесь, конечно, ограничено. Это мы понимаем, да, что здесь нельзя сделать очень много программированных кнопок э, все-таки площадь ограничена, иначе эти кнопки будут очень маленькими и будет неприятно с ними работать, к тому же еще их подписать надо. Поэтому оптимизировано под 10 кнопок, э, светодиодная подсветка, и вот я как уже тоже о чем я говорил, что можно на эти кнопки, э, хотите номера поставьте, хотите название, то есть э, хотите какую-то пиктограмму на каждую кнопочку э, поместите, и будете знать, что за каждой кнопкой э, находится. Но 10 кнопок в соответствии с площадью самой панели. Так, тут вот что еще хочется сказать. Смотрите, наличие транспортных систем. Значит, здесь появляется у нас, кроме Ethernet, да, это мы все говорили Ethernet, появляется еще собственный протокол, собственная система передачи. Вот здесь вам надо думать. Значит, если... Вы все-таки говорите, нет, мы сейчас будем работать, хотя они все стыкуются с сетью интернет, но вы говорите, нет, знаете, Ethernet, он уже такой стандартный протокол, причем промышленный протокол, давайте останемся в Изернете. Если вас убедят по какой-то причине перейти на протокол Краснет, переходите, конечно. Но это протокол, хоть он и является адаптированным под э, сети интернет, то есть здесь не будет каких-то проблем, но э, с одной стороны, вроде бы, да, он учитывает особенности оборудования, здесь могут быть э, нюансы, которые именно этот протокол, потому что они знают, они сами разрабатывали, специально разработали протокол, но если вы будете подключать еще какое-то оборудование э, вне разработок этой фирмы, насколько оно будет оптимизировано под работу с протоколом данной фирмы, потом вы можете попасть в какую-то ситуацию, когда очень необходимо, вот, крайняя необходимость подключения дополнительного оборудования, не входящего в общий контур вашего умного дома, и включения его именно в локальную сеть вашего дома, а оказывается, что данные протоколы не оптимизированы, и у вас э -э, рабочие параметры оборудование, оптимальные рабочие параметры оборудования не будут достигнуты. Только по этой причине работать, скорее всего, будет, но вот здесь возникают вопросы. Поэтому тоже здесь необходимо думать. Если вы будете полностью завязаны на оборудование, допустим, Crestron, кстати, не только ее, если и другие будут фирмы присутствовать предлагать свое оборудование, у них то же самое происходит, они тоже предлагают свои различные протоколы. И вот тут надо думать, будем выходить за рамки оборудования этой фирмы или только внутри нее. Если внутри нее, то, скорее всего, наиболее производительным и в любом случае производительным, там, где Ethernet не даст такой производительности, скорее всего, будет протокол, конечно, этой фирмы. Но как только появляется дополнительное оборудование, это уже возникает вопрос. Теперь, что такое, собственно говоря, сеть сама эта uh, CresNET? Почему мы не собственно, Не обязательно можем на сети CresNET останавливаться. Как пример только. Потому что и другие фирмы тоже предлагают свои сети. Итак, передача команд управления между устройствами автоматизированной системы управления зданием, построенной на оборудование uh, CrasTran, осуществляется по сети уже CresNet. Хотя и Azernet тоже. Но как пример, вот сеть CresNet, если вы все-таки решите полностью завязать весь дом на эту сеть. Шина, так понятие. Шина, то есть непосредственно э, передача, э, непосредственно канал связи. Вот эта шина, Креснет, э, обеспечивает обмен данными между панелями управления. Вот, э, различными панелями управления, встроенными в, э, э, непосредственно в стол, либо в стену. Вот, э, панелями управления, клавиатурами. Клавиатура имеется в виду, что... Нет, не компьютерная клавиатура. Клавиатура такая же может быть встроенная, с клавишами. То есть не, вы тогда уже не думаете ни о каком пункте меню, ни перезначения, оперативное переназначение. А просто вы знаете, здесь у меня вот пять клавиш, каждая клавиша подписана. Я, проходя мимо, там нажимаю ее, и начинает работать определенный, определенный сценарий. То есть обычные клавиши очень похожи на обычные клавиши включения и включения света. Значит, различными модулями расширения, шлюзами. Значит, появилось еще одно слово «шлюз». Шлюз обычно, представляете, река. Река есть шлюз. Шлюзы на реке Волга около водохранилищ, шлюзы такая транспортная система, допустим в районе Москвы это канал имени Москвы, Беломоро-Балтийский канал. Вот так, кстати, и Волга, связанная с Доном, тоже шлюзы. То есть разные уровни. Представляете себе, да? Шлюз нужен для того, чтобы судно могло с одного уровня перейти на другой. По воде с одного уровня на другой то же самое в общем шлюзы что делают когда у нас с одной стороны одни протоколы с другой стороны другие протоколы как бы разные уровни протоколов не потому что одни важнее другие менее важны нет они просто по разному обрабатывают информацию по разному его представляют по разному распределяют эти нолики и единички при одном и том же при передаче одного и того же сообщения но надо как-то перевести с одного протокола в другой который в этой системе не используется ставится шлюз и он как раз выравнивает эти уровни. С этого уровня передает на другой уровень. С того уровня забирает на верхний. Это так условно верхний и нижний уровень, просто чтобы понимали, для чего нужны шлюзы для стыковки вот этих систем. Но это все, опять же, от, если мы используем оборудование именно этой компании. Крестерн. Значит, что можно отнести к его достоинствам? Топология сети, выбор топологии сети. Что можно сказать про тот же самый Ethernet. и что такое топология сети Это небольшое пояснение значит топология сети но ну, самое простое то что видит пользователь это как проложенный кабель то есть топология это называемая физическая топология мы это видим самое простое мы видим куда пошел кабель здесь 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 и как они соединены есть топология еще так называемая логическая. То есть не только как соединены эти кабели, но и как управляется информация по этим кабелям, при помощи чего. Вот мы до этого говорили Ethernet. Вот при помощи Ethernet информация передается, принимается по этим кабелям. Но, тут есть одно маленькое но. Если то, что заложено в протокол Ethernet, как ему можно передавать, не соответствует с топологией сети, а такое было в свое время, Сейчас там Ethernet он достаточно гибкий стал, а до этого там были проблемы. Но и сейчас есть определенные проблемы с как совместить логическую топологию с непосредственно вот как эта кабельная система. Поэтому мы знаем, что Ethernet хорошо работает, что у нас, по шине, то есть когда у нас все устройства подключены к одному кабелю, просто к одному кабелю, он изначально так и работал, то, что называется, по шине. Передавал эти все данные всем компьютерам, то есть бросал им просто данные, а там разбирайтесь сами. Я вот вам вбрасываю данные, чья информация, кто распознает свою информацию, тот заберет, остальные просто не поймут эту информацию и проигнорируют. Это называется передача по шине. Потом появилась следующая, более производительная топология, так называемая звездочка, звезда, когда в центре есть управляющее устройство, которое уже конкретно знает, какому устройству передать информацию и не загружает остальные кабели. Вот это интернет работает там и там. Но... При выборе топологии сети более гибкий, конечно, Креснет. Если вдруг где-то там пошли петли или еще что-то в топологии, вот тут попробуйте разобраться еще с Зернетом, как он будет работать, и сможет ли эту петлевую топологию привести к той же самой звездочке, то есть из центрального узла расходящиеся лучи. А Креснету, в принципе, все равно. Что у вас здесь? Шина, звезда, петли пошли. То есть в этом смысле уже он более адаптирован вот к непредсказуемости частных домов и желаний конкретных обладателей этой недвижимости. Вот для прокладки сети Креснес используется специальный кабель, представляющий собой витую пару категории 5. Для двусторонней передачи данных комбинированные с двужильным проводом. Значит, обратите внимание, необычный, как мы привыкли в Изернете, категория 5E, еще одновременно у вас будут прокладывать и двужильный провод 20 для передачи питания на устройства, с которыми работает эта ваша сеть. Еще 24 вольта постоянного тока, ну и заземление, естественно, для передачи питания. То есть вот этот уже нюанс, видите, возник этот нюанс. Что еще? А вот посмотрите, сколько оборудования вы можете подсоединить в случае этой технологии Креснет. Полтора километра до 252 устройств. Что я должен сказать? Полтора километра, кажется, вроде, если выйти вот просто на улицу и представить себе расстояние, это полтора километра, ну, впечатляет вроде. А когда начинаете это разводить все по дому, Именно по дому. Ну, в квартире это понятно, что этих полутора километров за глаза хватит. А если по дому начинаете все это разводить, то вначале-то кажется, полтора километра это достаточно много. На самом деле, что называется, как раз. А то бы хотелось бы еще больше. 252 устройства вроде бы очень много. Но если вы начинаете ставить датчики движения, датчики на окна, открытие, закрытие окон, приводы, подключение, отдельные подключения светодиодного освещения буквально по лампово, климатику, то в результате, в общем-то, 252 оказывается и не так много, что придется ставить в параллель несколько систем и делать иерархию. Потом, значит, ставить ядро, которое же управляет подчиненными системами. То есть иерархическая структура. Ну, опять же, в сети, значит, что хорошо, обратите внимание, в этой сети... Крестнет используется как стек протоколов TCP-IP, Опять же, то, что мы говорили, что э, сопряжено сетью обычной, вот, привычной для нас уже сетью интернет. И даже с локальными сетями, если где-то мы работаем, э, на работе у нас есть локальные сети, мы работаем э, с ними. Там то же самое, tcpip ip То есть, э, даже если что-то возникает, какие-то небольшие неполадки в этом во всем, мы не, не сразу не пугаемся, так не бросаем технику, а что здесь и начинаем звонить в сервисные э, центры. А уже что-то понимаем. У нас есть определенный опыт работы с этими протоколами. Если что-то происходит, мы даже понимаем, что это надо перезапустить, это может быть отключить и снова запустить, то есть уже после обесточивания, в зависимости от возникшей ситуации. Но в этой системе, кроме TCP-IP, еще есть и свои протоколы. Э -э несколько протоколов, которые именно поставляются с этой сетью. И в том случае, если это все работает опять же в автономии, без выхода в сеть интернет, то э -э возможен в их отказ от TCP-IP, если эта сеть опять же не соединена с вашим компьютером, не задействована в работе вашей повседневной, то, пожалуйста, вы можете использовать, полностью довериться этой фирме, ее разработкам, и пускай работают и ее же протоколы. Опять же, должен сказать, что здесь, почему появляются еще дополнительные протоколы, для конкретных ситуаций, когда передается та или иная информация, зачастую именно прописанные специально протоколы, потому что, извините, что TCP IP, вот этот стек протоколов, он ведь э, постепенно наращивается в зависимости от тех проблем, которые возникают в сети интернет, в корпоративных сетях. И э, логически это такие, как бы заплатки ставятся постоянно. Еще один протокол, еще, еще, еще. И если вы вот, полюбопытствуете, где-нибудь зайдете в, э, в интернет и поищете стек протоколов TCP-IP, то вы увидите, сколько там десятков протоколов, которые каждый имеет свой нюанс и рассчитан на свою э, ситуацию. Поэтому, в общем-то, и протоколы, разработанные данной фирмой, имеют место быть, существовать и быть полезными, потому что, отбросив все вот это вот, то, что нарабатывалось за многие годы и закрывало каждую свою, как называется, образуру, здесь сделано так, что мы конкретно знаем, для чего это сделана система, поэтому мы именно под нее разрабатываем соответствующие протоколы для ее оптимальной работы. Тут уже вам выбирать, работаете ли вы в целом в интернете и в своем доме умном, либо вы полностью закрываетесь на разработке этой фирмы. Итак, сегодня на уроке мы с вами рассмотрели, как осуществляется управление, что здесь ничего, в общем-то, опасного, сложного нету, и какие панели используются непосредственно оконечное оборудование. На этом наш сегодняшний урок завершен. Я благодарю за внимание. До свидания.